Я не покупаю плюс Battle Pass. В этом видео мы на него посмотрим, выскажу свое сугубо личное мнение, а также для самых терпеливых, кто досмотрит видео до конца, разыграет два набора, допустим, по 100 уровней. Погнали! Как гласит народная мудрость, если в видео нет рекламы, значит все видео реклама. И это отчасти правда. Однако вас ждет розыгрыш и халявные батл пассы, причем далеко не первого уровня. Поэтому буду рад, если вы поддержите видео лайком. К тому же из этого видео вы узнаете, почему не обязательно тратить целых 10 тысяч рублей, чтобы получить желаемые арканы и прочие плюшки. Можно куда проще и дешевле, но об этом чуть позже. Сперва мое личное мнение. Данный батл пасс весьма неплох, особенно этот смайлик на 500 уровне. Он реально хорош, и только ради него стоит вкидывать кучу кровных говенов в кошелек. И вот тут будет одно «но». Лично для меня, человека, который 90% игр играет в кастомных режимах, обидно, что большинство фишек боевого пропуску там попросту не работают. И это несомненно минус, хотя все эти сеты, что вы получите из сокровищницы, сами арканы будут отображаться. К слову о сетах, рассматривать мы их не будем, разве что хочу отметить сет на дровку. Выглядит солидно, видимо где-то бегает однокрылый повелитель ужаса, он же вампир из третьего Варкрафта. А какой вам сет понравился больше всего? Буду рад почитать в комментариях. Ну а мы перейдем к самому желанному, новые личности и аркана. А вот и оно, плюшки от имбошоу и тести дроп. Помимо двух боевых пропусков сразу на 100 уровней, которые мы отдадим вам, зрителям, есть еще и промокод с гарантированным призом из кейса, который дается на халяву. Можете, кстати, прямо сейчас перейти по ссылке под видео и убедиться в этом. А если будешь пополнять счет от 2999 рублей, то ты получаешь кейс, с которого тебе 100% дропнется Battle Pass. На 100 также можно покрутить линейку Battle Pass кейсов, как например максимальный фарм арканы на спектру. Лимитированный кейс, который скоро закончится. И это неудивительно, ведь с него может выпасть кучу обычных аркан, новый ДК и даже аркана на спектру. Хочу попробовать при вас пооткрывать данный кейс, давайте нажмем открыть. И посмотрим, что у нас тут выпадает. Нищенские всякие мечики, 1, 2, 3 уровня Battle Pass, но есть и поинтереснее. Например, несколько аркан. Так, это мы продаем один уровень Battle Pass. Не всегда же нам везет. Будет вести, точнее. Так, вот эти вот как раз шлемы. О, 11 уровней Battle Pass. 360 рублей. Но продать можем за 423. Немножечко пока в минус уходим, но ничего страшного. Я же думаю, всем интересно смотреть, как кто-то тратит свои деньги. Все мы любим считать чужие деньги. Как думаете, кстати, напишите в комментариях, выпадет нам что-нибудь, что окупит наши затраты, потому что пока что мы уходим, в принципе, только в минус. На самом деле, можно вот эти все мелкие предметы, которые нам выпадают. Так, Battle Pass стандарт, пожалуйста. Вот мы и первый раз окупились. В принципе, так вот, можно вот эти мелкие предметы. Поздравляем с получением приза. Награда будет доступна на главной странице. Спасибо. Эти мелкие шмоточки, которые вам выпадают, недорогие, можно закинуть в контракты, в апгрейды. Ну, кстати, еще раз мы окупились за 1000 предметов. И поздравляем с получением приза. И получить, допустим, что-нибудь помощнее. Я вам сейчас продемонстрирую обязательно, как это все делается. Так, и Golden меч у нас выпадает. Мелкие предметики, мы создаем контракт. Получаем предмет от 300 до 5500 рублей. Создать, стереть защитный слой. Что ж это у нас будет? Очень похоже на какую-то сокровищницу за 1920 рублей. Профит налицо. Умеете, могете просто. Либо можно пофармить просто уровни компендиума. Как вы могли подумать, здесь можно фармить именно Battle Pass уровни. А от 1-2 уровня за 18 рублей до 195 уровня пак, который дается вам сразу. И это почти 6000 рублей. И мы, кстати, сейчас с вами давайте проведем эксперимент. Я прям при вас, без всяких монтажей, склеек и так далее, открою 5 раз этот кейс по 179 рублей. Это получается, я затрачу
179 мы умножаем на 5, у нас получится 895 рублей. И нам, кстати, выпадает сразу стандартный Battle Pass. Неплохо. 179 рублей. 895 я трачу за 5 прокруток. И мы, в принципе, уже с вами вышли в небольшой плюс за счет того, что мы выбили Battle Pass с первого же открытия. Но, естественно, вести так всегда нам не будет. И мы получаем кейс за 42 рубля. Крутим третий раз. И нам выпадает. Ну, конечно же, нам не выпадет 24 уровня, но зато нам сыпет целых 5 уровней. 5 уровней тоже неплохо, ведь это окупает наши затраты. Мы крутим еще разочек. А это у нас получается четвертое открытие, в котором нам выпадает, ну конечно, наконец-то нам выпадает самая большая награда с конца, что называется, за 21 рубль можем продать 1,5 уровня. Пятый раз открываем с вами, напомню, что мы потратили на 5 открытий ни много ни мало 895 рублей, и нам выпадает снова 5 уровней. Если я не ошибся, мы прокрутили 5 раз, давайте проверим. Мы даже... Так, стоп, да, все верно, 5 раз мы с вами прокрутили. Я зашел специально в контракты, тут очень удобно считать. Смотрите, мы берем 5 вот этих вот предметов на 954 рубля. Не скажу, что сильно много, но мы ушли с вами в плюс на 60 рублей. В любом случае мы ушли в плюс, мне очень приятно. Еще помимо этого, так как у нас есть уже стандартный Battle Pass и плюс еще есть в принципе уровни, я предлагаю сделать следующее. Мы можем через контракт снова заполучить предмет до почти 4000 рублей. Давайте попробуем. Так, стираем защитный слой, потратили мы с вами 900 рублей, точнее призов на 900 рублей, и получаем. Но жадность фраера погубит. Как и обещал, без всяких склеек, без всяких монтажей. Вы видели, что мы могли забрать профит в 60 рублей, но в итоге я ушел немножечко в сказочный. А теперь давай вспомним школу, уроки математики и посчитаем. 3к мы отдаем Габену и получаем 100 уровней Battle Pass. Вроде бы неплохо. Либо закидываем эти же 3к на тесте, получаем 100% боевой пропуск и к нему возможность вытащить кучу других сетов, аркан и также прокачать свой боевой пропуск до 350 уровня. А сейчас давайте посмотрим ближе на те самые арканы и личности и устроим розыгрыш. Понятно, что личность на ДК сделана для фанатов недавнего сериала по Доте, но больно уж мультяшно, лично мне такое не по вкусу, не хватает хардкорности и третьего Варкрафта, хотя анимации выглядят красиво. Очень хитро продумано с доспехами. Хочешь шлем? Трать бабки. Хотя тот, кто вкинется на 195 уровней, думаю, не поскупится докинуть еще пару штукарей деревянных на дополнительные пиксели. За инвокера сложно что-то сказать, ведь у меня на нем ровно 0 каток. Вы же знаете этих кастомщиков, пианисты с них так себе. Хотя уверен, что любителей этой золотой власки достаточно, и они скорее всего кайфанут от такого мини-дарксета на инвокера. А вот аркана на спектру постарались они тут на славу. Особенно второй стиль. Один только минус, это 10 тысяч рублей за 330 уровней. Хотя сейчас мы сократим вам прогресс получения арканы на минимум 100 уровней. Значит, смотрите, условия розыгрыша Battle Pass 100 уровня такие. Ставим лайк этому видео и оставляем комментарий, что из Battle Pass вам понравилось больше всего. Подписываемся на канал, активируем мой промокод, перейдя по ссылке под видео. И тут я просто не могу не напомнить, что активировав при пополнении на сумму от 2099 рублей, вы 100% получаете Battle Pass, а дальше идете и выбираете себе сеты, арканы и уровни. Выгодно же? Результаты розыгрыша я объявлю через неделю. Вот такой получился видос, надеюсь, кому-то будет полезным и интересным. Ну а здесь, как обычно, был Имба, всем пока и всем удачи!